Городские власти инициировали проверку содержания придомовой территории около дома номер 102 по проспекту Ленина. Все необходимые работы здесь должна проводить управляющая компания «Гарант-сервис», но по какой-то причине не делает этого. На прошлой неделе наш телеканал подробно рассказывал обо всех проблемах, которые свалились на головы жильцов. Сюжет послужил основанием для вмешательства муниципального жилищного контроля. Предметом проверки будет являться содержание именно придомовой территории, на которой обнаружено вот эти крысы, обнаружена проблема с покосом, то есть траву никто не выкашивал. Это однозначно ненадлежащее содержание. В вашем сюжете также прошла информация о неубранной контейнерной площадке, навалы КГО. Ну, это, значит, наше письмо уже направлено региональному оператору в сфере обращения с ТКО. Мэрия обещает обязать управляющую компанию содержать контейнерную площадку в надлежащем состоянии. Ну а если это не поможет, жители вправе сменить управляющую организацию, либо создать ТСЖ, раз строить диалог по-другому уже не получается. По этой управляющей компании очень много нареканий, очень много проверок. То есть в этом году мы уже провели, ну, двор действительно проблемный. Те же сосульки, которые упали минувший отопительный сезон. Поэтому, собственно, диалог мы не можем тут помочь жителям наладить. Это мы можем только как надзорный орган провести проверку и обязать управляющую компанию что-то сделать.